Всем привет-привет, ребят, гости, подписчики нашего канала. Вот, наступили 21 сутки со вчерашнего вечера. И вчера первый вылупился. За ночь 14 цыплят. Ну вот, большинство яиц вот проклюнутые. Да, вот эти вот три сейчас только что вылупятся. Вот этот сейчас только... А вот этот попозже. Только начал вертеться в яйце. Вот эти два сейчас выйдут. Ну ладно, не будем остужать инкубатор. Сейчас покажу других. Да. Ну лупитесь, лупитесь. Ну давай, давай, вылазь. Давай. Давай, помогу. Вот так, вот так. Молодец, ты молодец. Скорлупу убрать. Вообще места здесь не было. Вот сейчас вылупились, а хоть чуток места есть. Да. А ты что там прокрутился? А, сейчас сам вылезет этому. Помог уж, он давно сидит. Ну все. Сейчас обсохших покажу. И да, с 20-х суток начал спрыскивать с пульверизатора обычной водой. Смотрю по термометру, гигрометру, по влажности. Температура я и так знаю, какая там установлена, 37,5, все. По этому датчику ориентируюсь, влажность. В районах 75-85% влажности. Заслонку не на максимум. Между 70 и 80, две ванночки. Ну вот так, сейчас других покажу, сейчас вылупятся. Да, вот такие вот красавцы пушистые. Да, забыл сказать, время у нас, кстати, 6:30 утра. Да, вот этот вот вчера вывелся. Такой вот обсохший. Вчера вечером приехали, и он уже вывелся. Самый первый. Ну вот здесь вот 15 цыпушек. Вон датчик. Что там по датчику сейчас? 33 градуса, ну вот здесь вот. Ну, 30 градусов надо. Кто хочет, по углам может разбежаться. Тоже тепленько. И под лампой. Под лампой сбиваются, кто еще не обсох из инкубатора. Из инкубатора я их убираю, потому что в инкубаторе сильно высокая влажность, они не так быстро обсыхают. Поэтому не пишите, что им надо в инкубаторе обсыхать. В инкубаторе вон места мало, поэтому лучше... Пускай обсохнут здесь. У тебя оторвутся вон к ним. Первого, когда вчера сюда посадили, вот этого вот он, все рвался к ним, к обществу, да. Мамку скажи надо. На, вон какие они уже. Утятки большие стали. Всю воду выплескивают. Ну, налить надо уже. Все съели. Да, лучше. Вот такие вот дела. Начался наклев. Будем дальше смотреть. Вот такие вот дела. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.